Сегодня у меня день дегустации. Вот. Ко мне обратились одни ребята, занимаются доставкой мяса, с просьбой дать оценку их продукту. Ну и, соответственно, я не знаю, маленько прорекламировать или что ли. Вот. Я, собственно, никогда не против дать отзыв на хороший продукт. Да, соответственно, привезли мне мясо. Сейчас будем его готовить и дадим честную оценку продукту. Вот. Для отзыва предложили мне разные куски мяса, да, но я попросил голяшки. Это мое, на самом деле, одно из наиболее любимых частей. Да, то есть буду делать ассабука по мясу. Это явно телятина. И по виду, ну даже через пакет выглядит очень аппетитно. Так, голяшки у нас еще достаточно массивные. Сейчас надо их маленько натереть солью и чуть-чуть мукой. Мукой совсем чуть-чуть, чтобы корочка получше образовалась. И подобжарим. Вот так вот мы натерли их солью, обваляли маленько мукой. Сейчас задача подобжарить. Топим для данного блюда сливочное масло. Сейчас я использую свои. Сейчас наша задача сделать корочку. Слушайте, к слову, голяшки вообще добротные. Толщина, наверное, ну, куска сантиметров 5. Тут не передать, я бы размером с палец примерно. Я бы, конечно, так померил, но горячо. Сейчас обжариваем, перевернем. Тут у нас уже тоже котелочек приготовлен. Сюда их сложим и продолжим. Так, мяско у нас подрумянилось. Да, перекладываем его в емкость. Вот. А в оставшемся, получается, масле обжариваем наши овощи. Немного буквально. То есть тут задача овощи. Или просто они питали сок. Здесь морковка, сельдерей стеблями резанный и лук. Все, овощи буквально обжарили там минутки 2-3, потому что задача просто впитать сок и остатки масла. Далее засыпаем наши овощи в емкость, засыпаем, получается, мясо. Так, вот так вот засыпали наши овощи. Да, то есть они полностью вскрыли мясо. Сейчас самое время поперчить, посолить, добавить специи. Я не знаю, специи, наверное, только соль, перец добавлю. Все, крупная соль и перец с горошком. Больше ничего пока не добавлял, потом, если надо, будет доперчу. И сейчас еще залью это все дело консервированными томатами. Ну все, засыпали наше блюдо консервированными томатами. И отправляем, я думаю, часа на 3 на тушение на медленном огне. Пусть тушится, запекается. Дальше будет видно. Так, прошло 2,5 часа. Хочу проверить. О, вот оно. Отлично. Так, вот у нас уже финальная стадия идет. Последние где-то минут 20 полчасика надо, чтобы побурлило посильнее, потому что соус. Ну, бульон должен маленько подзагустеть, чтобы сейчас лишняя влага выйдет. То есть мы его открыли. Вот. И сейчас подождем, подзагустеет. И будем выкладывать. Вот. Вообще, есть варианты, конечно, эту влагу подождать, пока она испарится. Но я сделал хитрее. Я взял контейнер и налил вот этот бульончик лишний в него. Я его сохраню. Потом из него можно, его можно прекрасно к чему-нибудь добавить, использовать в качестве соуса. То есть по факту это мясной бульон с овощами. Абсолютно пригодный для дальнейшего употребления. Ну что, будем доставать сейчас? Ну что, собственно, наше блюдо готово. Посмотрите. Вот так вот. Мяско разваривается. Овощи. Это очень вкусно. Вот, всем хорошего вечера. Ну, пока.
говядине, скажу так, в принципе, я могу ее порекомендовать. Поэтому обращайтесь к ребятам, заказывайте. По ценам ничего не знаю, там сами смотрите, кому интересно будет. Ну, я одобрил.